Снова здравствуйте. Продолжаем нашу серию репортажей о электрических водонагревателях фирмы Клаги. Сегодня у нас рассказ про модель DBX. Вот он в коробке. Давайте ее откроем, достанем, посмотрим, что там внутри. Открываем. В комплекте крепления, переходники, шайбы, фитинги для подключения водонагревателя в случае вывода из стены или снизу с открытой проводкой. Все очень красиво упаковано, экологически чистая упаковка. Убираем. Шаблон для того, чтобы не почкать водонагреватель, а сначала смонтировать, подвести трубы и только потом монтировать водонагреватель. Правда, показал кверх ногами, монтируется вот так. Инструкции. Очень важная штука. Обратите внимание, это класс энергоэффективности. Класс энергоэффективности А, как и все проточные водонагреватели Клаги. Это важно тем, кто следит за энергоэффективностью. Ну и, собственно, сам прибор. Видно, что на приборе нет никаких внешних органов управления. Прибор является базовой моделью. Температура предустанавливается на плате один раз. Температура устанавливается на заводе на уровне 50 градусов. Пользователь может сам отрегулировать уровень температуры в диапазоне от 30 до 60 градусов. Но благодаря тому, что нету никаких внешних сенсорных устройств, ЖК-дисплея, модель является базовой и самой доступной по цене. Особенно хочется сказать про мощность 27 кВт. Это самый дешевый европейский проточный электрический водонагреватель, доступный при такой мощности за такую цену. Снимаем лицевую панель. Здесь винт, который мы уже открутили. Снимаем лицевую панель 2. Здесь специально для тех, кто первый раз подключает или никогда до этого водонагревателя не подключал, написан порядок подключения. Сначала включить воду и только потом включить электричество. Это очень важно для данного типа приборов. Ну, таким вот образом прибор выглядит внутри. Несмотря на то, что на приборе, на внешней панели приборов нет никаких органов управления, тем не менее этот прибор электронный. На заводе установлена температура 50 градусов. Если пользователю нужно настроить больше или меньше, вот здесь есть под крышкой специальный винт, с помощью которого можно настроить температуру в диапазоне 30 до 60 градусов. Прибор будет поддерживать именно эту температуру. Откроем, посмотрим. Здесь заходит электрический кабель, подключается к клемной колодке. Подача воды, обратка воды, колба из армированного жаропрочного фторопласта и датчики температуры на входе и на выходе из прибора, которые необходимы для того, чтобы мощность регулировалась в зависимости от протока. В модельном ряду присутствуют 4 модели мощностью 18, 21, 24 или 27 кВт, но это при напряжении 400 вольт. Соответственно, если напряжение 380, принятое в России, то мощность будет 17, 20, 22,8 и 25,7 кВт. Про эту модель все. Смотрите наши ролики на нашем канале klagerussia.ru. Спасибо за внимание. Ждем вас снова.